Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный видосик, не стандартный видосик, не какой-то тест там героя, там, не знаю, какой-то сборки донатных плюх. Ребята с Яблона, кстати, видите гильдию, активная гильдия, я когда-то в ней давно-давно еще когда-то играл. Топовая гильдия принимает свои ряды активных людей, которые будут участвовать в развитии гильдии. В свою очередь они помогут всем, чем только смогут, опытом расскажут, что, как, почему. Кидайте заявочки от 300к, вступайте, телега на экране, собачка бухой, пропуск БГ-кик. Вот так вот. Наша сила в единстве. В общем, неспроста у нас сегодня такой видосик. Ребята предоставили мне файлы старой версии игры. Я еще в то время не играл, мне самому интересно посмотреть, буду с вами смотреть тоже в первый раз. Повыставлял только файлы, что, как, где было, почему, то есть какая была битва замков до того, как мы в нее начали играть, как вы начали играть. Мы сейчас увидели новую версию, в которой мы жаловались на графику, я тут мельком смотрел, это просто жесть. То, что было, в общем, поехали. Будем постепенно смотреть. Я не монтер, я вам уже не один раз говорил, я вам снимаю все как есть, без всяких там монтажей, без всего, поэтому не обессудьте. Поехали. Я буду так постепенно перематывать, показывать, рассказывать, на чем-то будем останавливаться. Вот я был он. Вот так вот, смотрите, выглядел раньше интерфейс. По сути, где-то приблизительно то, что и сейчас, но мы жалуемся на графику. Можно не жаловаться тоже, как видите. Все то же самое, что и было раньше у нас. Значки почета вот здесь. Золото, мана, самоцветы, КГшки. Зелененькие такие в углу, я надеюсь, вам там видно. Это, судя по всему, базар. И кнопка Battle и настройки. То есть интерфейс и кубки, это сразу же рейтинг. Ну, немножко изменилось, конечно, все по сравнению с тем, что было. Так, поехали дальше. Я не смотрел, не видел. Буду вместе с вами смотреть, удивляться, наверное, тому, как оно все было раньше. Так, это что у нас? Алтарь героя. Вот посмотрите, как выглядел алтарь героя. Сейчас я назад отмотаю. Там еще у нас картинки будут. Вот как алтарь. Сразу у вас алтарь и возможность нанять. Нанять за какашки, нанять за эти значки почета и за гемы. Но Глория это, по-моему, за кулаки, если я не ошибаюсь. Или нет? Нет, это за значки почета вроде. Так, поехали дальше, посмотрим. Блин, как оно все поменялось. Реально, насколько сейчас, сколько скинов. Вот магия, посмотрите, как магия выглядела раньше. Как она апалась. 16 уровень. Релик называлась. Так, это у нас что? Это у нас арена. Интересно, арена тоже выглядела. Мана. Ну, по сути, где-то оно все точно так же и осталось. Так, вот так вот юниты, посмотрите, как юниты выглядели смешно. Махер с рыжей бородой, а эти, блин, глаза, конечно, такие. Посмотрите, вот друид самый настоящий. Ну, не знаю, мне интересно, конечно, посмотреть, как оно раньше все было. Вот смотрите, как за ману можно было нанимать. Грифоны.
Ну, где-то здесь тот же самый интерфейс остался, плюс-минус. Шахта, это можно было допостроить. 30 минут ускорить за один самоцвет. Ну, карта плюс-минус, вот, это у нас там, где мы могли получить самики. Ангел вот так вот выглядел, тут ничего, посмотрите, походу с того времени ничего так и не изменилось. Та же самая часть. Так, это кулачки, по-моему. Сила. Что дает? Ну, блин, прикольненько, конечно, ресурсы. Вот мана смешно выглядит. Самики как доллар, вот постройки все. Ну, по сути, графика поменялась, конечно, кардинально за это время. У нас уже скины, здания, все остальное. То есть разница, конечно, в разы. Вот в этой играть, и то, что мы сейчас играем, битву замков. Ну, небо и земля, конечно. Ну так карта где-то приблизительно осталась, конечно. У нас появилась куча фонов разных. Но тоже, как видите, деревья, камни, цветы какие-то. Что-то бегает он маленькое в этом. А, это эти гоблины, строители. Непонятно вообще, что тут бегает, что за обезьяны. Ну, в общем, все по-простенькому было, как видите, ничего такого сверхъестественного. Изначально в первой этой версии игры, то есть как оно начиналось, все не было. Еще никто не знал, до чего этот проект доведет, какой он донатный станет. То есть тут про донат никто даже в то время не разговаривал в эту игру. То есть тут были донаты, они тут творили, что хотели, их там читерами называли, но в общем была реально жесть. Давайте я немножко ускорю. Сейчас будет у нас вот картинка. Вот так вот, ребят, выглядели герои ЗКГшки. 1200 паладин, 1400 рыцарь, 1600 суккуб. Посмотрите, как у них, у каждого была своя эмблемка. Ну, конечно, по графике тут жесть полная. Так, что, поехали смотреть следующий видосик. Здесь уже более прокачанная база, как видите. То есть уже есть и юниты. Вот можно было собрать... Собрали монетки. Сейчас посмотрим, что здесь интересного есть. Вот награды, которые вы получаете. То есть итемы, плюшки. Вот 30 дней логина. Вот, месяц аккаунту. И вот так вот он уже развивался за месяц. Интересно, конечно. Посмотрите внимательно на арену. Вот как выглядело все. Вот роллинг. За значки почета. Чё это было? Вот это они угорали, ребят. Это жесть. Вот это весело, вот это я понимаю, битвы замков, чтобы сейчас оно хоть как-то бы веселило нас при роллинге, когда вы сливаете
первую тучу самоцветов. Так, Frostwise, морозница. Опять смайл. 100% смайл, вот четко. Что здесь у нас? Ну, в принципе, герой, я думаю, для многих из вас узнаваемый. Видите, у каждого была градация. О, ничего себе. Смотрите, какой ус. Кристалл ус. Этот повеселей будет. Да, я не знаю, что они там курили, когда создавали эту игру, но это реально ржачно. Конечно, сравнивать с тем, что сейчас есть, я не знаю, меня такой вариант бы больше устроил. Напишите в комментах, как вам, чтобы вы, какому варианту, тому, что сейчас, или вот таким вот мультяшным, веселым. Рыцарь какой-то без рога. Кто-то ему рог обломал, блин. Чемпион. Стормхаммер. Смотрите, как сразу было. Это у вас интерфейс героя. То есть 9 звезд. Стоун скин, каменка. Ну, блин, конечно, кардинально. Смена таланта 300. Так, это мы скушали. Как-то оно ускорилось все. Так, это у нас нападение. Ну, так вот рейды происходили с грифонами. В принципе, видите, гарнизоны были. То есть в основном тогда в то время тащил реально гарнизон. Не то, а именно реально гарнизоном люди бегали, играли, блин, а мы тут рыцарь, гарнизон, а мы тут имба героев хотим, огников всяких и все остальное. Конечно, графика полная жесть, если сравнивать то, что сейчас и тогда раньше. Ну, вот так вот рейды происходили. Так, я думаю, мы это упустим, то есть рейды. Сейчас посмотрим здесь юнитов. Конечно, смешно это все выглядит. Гарнизонные герои бегают. Сейчас попробую гарнизонными героями по фарме. Сейчас не то, что ты сейчас даже выйти просто в рейд стыдно бывает. Там сразу только хлопают смотрители. Так, ладно, с битвой. Понятно, вот та, вот, смотрите, как бог Рома выглядит, шапка, посмотрите, какая жесткая, там какие-то беленькие штучки рядом, непонятно, что это такое. Это жесть, паладин, посмотрите на его взгляд, реально ППшка порочный пак с него рисовался, это жесть. Ну, прикольно, конечно, смотрится все. Друид, как Шредер какой-то. Так, что там у нас следующий? Здесь герои такие. То есть вот так вот выглядел Найн. Так, а вот теперь поехали. Сейчас посмотрим на арену. Как воевали на арене, да? То есть как все было. Посмотрите, какие герои, с какими героями люди ходили на арену. Шапка. Он, наверное, тогда единственный донатный герой был. Четыре героя, смотрите, а там ремки, нифига себе. Там чолик с ремочками. Вообще жестко. Ну, почти. Блин, шапка, конечно. HB плюс 6. Блин, прикольно, конечно, все смотрится. В обход. Это должен был быть секретный план, как удержать паладином непрокачанным.
Ну, смотрите, нифига себе, почти. Жесть, чуть-чуть не хватило. Вот так вот, ребятушки, выглядели баннера гильдийские. То есть для создания гильдии все. Ну, в принципе, где-то оно у нас сохранилось. Так, еще поехали, следующий видосик. О, боссы. Интересно посмотреть, как выглядели раньше боссы гильдейские. Лаки босс. Ну, в принципе, где-то то же самое. Посмотрите внимательно на героев, которыми героями фармится босс. Это просто жесть. Вот так вот игра начиналась. То же самое сейчас начинается битва замков 2. То есть там куча багов, куча всего, куча непоняток, куча сливов и прочего, но все равно интересно играть. То же самое здесь. Люди здесь начинали, играли, до чего игра дошла сейчас. Это просто небо и земля, если сравнить то, что было сейчас. И тогда, посмотрите, как просто закидывают на один этот, чтобы слиться, чтобы получить хоть какой-то дамаг. Вот таким вот образом проходились гильдийские боссы. Офигеть. Короче, 1000 перезаходов. Я вам просто ускорю, чтобы это не было. Посмотрите, как набивается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, посмотрите на шапку. Дамаг 3400, 15500 жизнь, атака, скорость, при движении. И сила 7-9. Блин, прикольно смотрится, конечно. Друид. У друида скилл тоже обалденный. Друида взяли для подхила, но он, походу, не спас. Мы это сейчас перемотаем. Может, там что-то интересное будет. Я думаю, как били гильдийского босса вам. Не особо интересно будет смотреть. Да, тут походу все время гильдейский босс. Вот так вот, таким вот образом бегали, набивали себе по максимуму, пока он не ударит. Это, конечно, жесть. Что я могу сказать? Кидайте заявочки в Веблон. Спасибо ребятам за то, что дали такие файлы. Блин, это, конечно, раритет, реально. Вот такие вот файлы, как игра начиналась. Если у кого-то из вас есть тоже какие-то интересные вещи, пишите в телегу, пишите в ВК, ссылочки у вас в описании есть. Кидайте заявочки, вступайте в Веблон. Ну и, конечно же, посмотрим, что будет дальше. Возможно, то, что мы сейчас играем, будет в дальнейшем раритет по сравнению с следующей битвой замков 2, которая недавно называется, в которую я уже так неплохо играю. Смотрите видосики. Ну, в общем, вот такой вот трэш. Пишите в комментах обязательно, как вам такого рода видосы, делать вам их, не делать, чтобы я просто понимал, что вам нравится, что нет. Все, всем удачи, всем пока.